Егор Исаев. Вы думаете, павшие молчат? Читает Савицкая Диана, 15 лет, Курская область. Вы думаете, павшие молчат? Конечно, да, вы скажете. Неверно, они кричат, пока еще стучат сердца живых и осязает нервы. Они кричат не где-нибудь, а в нас, за нас кричат, особенно ночами, когда стоит бессонница у глаз и прошлое толпится за плечами. Они кричат, когда покой, когда приходят в город ветры полевые, и со звездою говорит звезда, и памятники дышат, как живые. Они кричат и будят нас, живых, невидимыми, чуткими руками. Они хотят, чтоб памятником им была земля с пятью материками. Великая, она летит во мгле, ракетной скоростью до глобуса уменьшена, живая вся, и ходит по земле босая память, маленькая женщина.